Эй, ты, хочешь узнать, как взломать Тока Бока и открыть все локации бесплатно? Тогда сейчас расскажу. Итак, друзья, всем привет! И сегодня я расскажу вам, как открыть абсолютно все локации в Тока Бока совершенно бесплатно. Можно сказать, что мы сегодня с вами будем взламывать Тока Бока. Но никакие законы мы с вами нарушать сегодня не будем. Почему? Потому что все будет максимально легально. На самом деле, честно скажу, не буду вам врать, разработчики уже знают про этот взлом, про этот баг, про который я вам сейчас расскажу, и пытаются его исправить. Но пытаются сделать это настолько нелепо, настолько медленно и неуклюже, что мы с вами сейчас разблокируем все локации, и я вас уверяю, если вы сделаете все то же самое, как я покажу вам в этом видеоролике, то у вас все локации точно так же откроются. А кроме локаций у вас также откроется различная мебель, персонажи, ну, я имею в виду там дополнительная одежда, все, что, короче, все, что заблокировано, у вас будет открыто. Причем, внимание, вы можете это все разблокировать не только на андроиде, но и на iOS. Правильно сказал? iOS. Техника Apple. Ну, айфончики, айпадики, ну, вы понимаете. В общем, работать будет везде. Итак, друзья, давайте начнем, не будем медлить. Во-первых, я, конечно же, просто обязан вам показать, что у меня сейчас все локации закрыты. Посмотрите, вы это сами прекрасно видите. И сейчас мы с вами будем их открывать. Во-первых, давайте создадим персонажика просто для удобства. Вы можете создать любого персонажа, как это сделаю сейчас я. Это не обязательное условие, но нам так будет удобней. А, кстати говоря, тоже, да, посмотрите, все закрыто. Как я уже сказал, скоро откроем. То есть, вот, пожалуйста. Значит, вот такой вот молодой человек. Так, давайте, он нам сегодня будет помогать. Мы с вами сейчас возьмем его, сделаем немножечко посветлее. Волосики мы ему сделаем, наверное, вот такие. Посмотрите, получается такой нагленький малыш, который, знаете, постоянно бегает, что-то шкодничает. Ну, а сегодня он нам будет помогать. Волосы я ему сделал, улыбочка у него отличная, настроение у него хорошее, очки нет, пожалуй, будем без очков. Это нам ни к чему. В общем, вот такой вот малыш, который будет нам сегодня помогать. Не будем слишком долго тратить время на создание персонажа. Но уже сделали. Значит, что мы с вами, друзья, сейчас делаем дальше? Вот у нас появляется наш персонажик. Мы его просто-напросто кидаем в наш, как это сказать, карман, можно сказать. Так, стоп, стоп. Ты хочешь на ручки, что ли? Нет, давай-ка. Так, дружище, стоп. Давай-ка лучше ты просто как-нибудь вот сюда встанешь. Вот с другими детьми. Стоп. Куда дети-то делись все? Где мой персонажик, которого я только что создал? О, вот он, все, хорошо. Смотрите, значит, сейчас, ну, не то чтобы запоминайте, скорее смотрите внимательно, потому что если вы что-то неправильно сделаете, ну, друзья, вы должны прекрасно понимать, что у вас ничего не получится. Хотя на самом деле сложного здесь ничего нет. Я буду объяснять максимально подробно, максимально понятно, и, конечно же, у вас все получится. Во-первых, мы с вами отправляемся на катасвалку. Значит, смотрите, не нужно переустанавливать игру, не нужно там как-то заморачиваться, просто делаем вот эту комбинацию, которую я вам покажу. А в чем она заключается? Нам сегодня с вами понадобится собрать несколько ключевых предметов. После этого мы эти предметы соберем вместе и кое-каким способом активируем секретную комбинацию. Комбинация, которая поможет нам открыть все локации бесплатно. Итак, друзья, переместились, точнее, уже на катасвалку, забыли поздороваться с Нари. Нари, привет. Это, наверное, одна из самых моих любимых персонажей в Тока Бока. Она такая добренькая и какая-то, знаете, на стиле. Итак, мы с вами берем две коробочки. Мы это делаем для удобства. Можете взять одну большую, как угодно. Можете вообще рюкзак взять. Но я вот взял две коробочки. И теперь мы с вами выходим с катасвалки для того, чтобы собрать, собственно говоря, все предметы. Итак, друзья, значит, первая локация, которая у нас будет, это магазин. Перемещаемся сюда. И сразу скажу, у вас должна быть установлена последняя версия Тока Бока. Если у вас не последняя версия, то обновите и уже после этого делайте ту самую комбинацию. Итак, смотрим. Мы здесь высаживаем нашего персонажика и потихонечку начинаем собирать все предметы. Первый предмет, который нам понадобится, это вот такой вот красный помидор. Затем мы двигаемся вот сюда и берем, вот носиком показываю, вот эту вот...
стоп, не эту, вот эту вот красную расческу. Тоже кидаем ее в коробочку. А затем мы идем вот сюда, и здесь нам понадобится вот, ну, я не знаю, вы увидите, нет, вот не пропустите, носиком-носиком показываю. Вот такие вот, вот такой вот красный кубик. Вот этот кубик мы отодвигаем. Нам нужен только красный, запомните. И получается, три предмета с этой локации мы с вами собрали. Все, нам здесь больше ничего на этой локации не понадобится. Можно, кстати, погладить ленивца, хорошенький. Ой, он кряхтит что-то. Ладно, видимо, не нравится, когда мы его гладим или берем в руки. И сейчас мы с вами отправимся на следующую локацию для того, чтобы... собрать следующие предметы, конечно же. Итак, в магазине мы побывали, теперь отправляемся в парикмахерскую. Значит, как я уже говорил... Неважно, в какой последовательности вы будете собирать все эти предметы. Это абсолютно не имеет никакого значения. Главное, чтобы вы их вообще собрали. Ну, я, в общем, некоторые тонкие моменты, конечно же, объясню потом еще. Три предмета мы взяли. И теперь нам здесь, смотрите, тут главное не перепутать. Но нам нужно взять красную краску. Здесь есть две краски. Вот эта первая, носиком показываю. И вторая, носиком показываю. Нам нужно вот эту вот вторую. То есть вот такую вот темно-бордовую. Давайте, кстати, даже для того, чтобы всем было понятно, я покрашу волосы своего персонажика в этот самый цвет. Давай, дружище, подставляй голову, мы сейчас будем тебе наводить красоту. Опа! И вот, видите, какой цвет? Совпадает цвет волос с цветом этой баночки. И эту баночку мы закидываем тоже в коробочку. Все, коробочки не теряем, берем их в руки, и больше нам здесь ничего не понадобится. То есть одна краска. Опять же, для тех, кто невнимательный, потому что и такие люди бывают, носиком показываю. Вот здесь вот стояла эта баночка, вот здесь вот вы ее найдете. Все, берем коробочки в руки и снова выходим с этой локации для того, чтобы переместиться дальше. И посмотрим, что у нас будет дальше. А дальше у нас будет вот такой вот портной. Конечно же, нужно его навестить, зайти к нему в гости. И честно скажу, там будет всего лишь один предмет, который нам понадобится. Итак, высаживаем нашего маленького персонажика нагленького. Вот так вот ставим коробочки. О, стоп, очки. Кстати говоря, кто-то использовал здесь очки? Вот такие вот. Я не знаю. Кстати, вы можете их с собой тоже взять. Просто чисто ради интереса. Стоп, что? Смотрите. Вы заметили? Смотрите, какого размера очки. Когда я применяю очки на ребенка, они уменьшаются в размере. А так с любыми очками? Реально, посмотрите. То есть они как будто, знаете, под любой размер. Смотрите, они становятся маленькими. А если на девочку, на взрослую, то они большие. Прикольно, кстати, сделали, я этого не знал. Ну ладно, в общем, вы можете одеть очки просто для интереса вот так вот. Давайте я надену, наверное, вот такие. Вот, немножко так смотрится по-женски, но пофиг, сейчас так модно. Итак, взяли персонажа, и что мы будем брать? Мы будем брать... давайте лучше вот так вот покажу. Носиком показываю. Это вот такие вот нитки. Посмотрите, они под цвет волос, темно-бордовые, и под цвет остальных наших предметов. Эти нитки ни в коем случае не потеряйте. Лежат они вот здесь. Вы их просто берете и кидаете в коробочку. Коробочки в руки, и полетели дальше. Ну, как видите, пока что ничего сложного. Главное собрать все эти предметы. Дальше мы отправляемся с вами в театр. Там нам тоже понадобится всего лишь один предмет. Ну, вы понимаете, да? Вот кто посообразительнее уже понимает, что не просто так мы бегаем по всем локациям и собираем по предметам, и что это за комбинация вообще будет. Так, давайте-ка высадим нашего персонажа сразу. Кстати говоря, вот сколько версий обновлений было в Тока-Бока, согласитесь, много. Вот есть люди, которые в Тока-Бока играют уже 2 или 3 года. И я ни разу не видел, чтобы в обновлениях меняли как-то вот эти вот локации. Посмотрите, то есть они как были, так и остаются. Ну, не знаю, мне кажется, было бы круто, если бы разработчики с каждым обновлением добавляли сюда что-то новое. Либо какие-то предметы хотя бы, либо какой-то дизайн немножко меняли, а то как-то скучновато становится. Ну ладно, знаете, с другой стороны, у вас сейчас будут открыты все локации, вам будет играть гораздо интереснее, чем просто вот на стандартных. Вот, поэтому, да, можно из-за этого не расстраиваться. Значит, какой мы предмет здесь берем?
сразу не буду томить, это вот такая вот розочка. А, смотрите, тут стоит две розочки, можно взять любую. Главное, чтобы эта розочка была именно с этой локации, понимаете? Это ключевой предмет. А, чтобы вы понимали... Давайте действительно объясню, как это работает, потому что не все знают. А, смотрите, у каждого предмета в Тока-Бока есть свой уникальный ID, то есть номер этого предмета. То есть, например, вот эта вот розочка, например, у нее ID 1. А, это не та же самая розочка, которая будет взята с какой-то другой локации, потому что у той розочки будет другой ID, номер, так сказать. Поэтому нужно брать именно вот с этой локации. То есть эта розочка вот с этой, с локации театр. А, мы этого не видим, мы этого не понимаем. То есть если вам дать две розочки с разных локаций, вы их не отличите. Но игра это прекрасно понимает, потому что у каждого предмета есть свой специальный уникальный номер, скажем так. Надеюсь, доступно объяснил. Поэтому берем одну розочку, закидываем ее в коробочку и отправляемся дальше. Но опять же, как я уже говорил, ничего сложного нет. Вы внимательно смотрите, я очень хорошо, мне кажется, объясняю. И поэтому нет никаких сомнений, что у вас все получится. А что мы делаем дальше? Дальше мы с вами, друзья, отправляемся в фудкорт. Это тоже очень нужная локация, и я сейчас объясню почему. А, загрузочка у нас идет. Высаживаем точно так же нашего персонажика. Давай, малыш, выпрыгивай, выскакивай. Сегодня, кстати говоря, он у нас путешественник. По сути, он только-только родился, потому что мы его только-только создали. И он уже, по сути, обошел весь мир Тока-Бока. Прикольно. Вот бы я так же путешествовал, как он, согласитесь. А, давайте... следующий предмет брать. Смотрите, здесь есть два кетчупа. Первый и второй. Вам нужно взять вот этот, который стоит где? Ну, около подноса. Вот, вы берете этот кетчуп и кидаете в коробочку. Если же вы возьмете вот этот кетчуп, это не подойдет. То есть не перепутайте. А то, знаете, вы, может быть, играли и возьмете, перепутаете, и у вас ничего не получится. То есть, вот кетчуп, который стоит вот здесь. Вы его берете и кидаете в коробочку. Так, стоп, давай заходи в коробочку. А, бери коробочки наши, персонажик. И, в принципе, все. Можно выходить с этой локации. И, кстати, друзья, пока не забыл. Вот я, может быть, не совсем хорошо разбираюсь в Тока-Бока. Поэтому я хотел спросить именно вас. А, смотрите, мы сейчас перейдем в театр на минутку. Потому что этот вопрос, который, знаете, у меня созрел в голове. И я не знал на него ответа. Я до сих пор не знаю на него ответа. А, может быть, вы мне подскажете в комментариях. Потому что я знаю, что среди вас есть люди, которые играют уже там 3 года в Тока-Бока и очень хорошо в ней разбираются. Значит, это будет сложный вопрос, сразу предупреждаю, так что готовьтесь. Смотрите, мы с вами перешли в локацию театр. Вот, например, вот просто к примеру, вот это кто, мальчик или девочка? Ну, конечно же, девочка, длинные волосы, ну, это же видно. Хорошо, дальше, это мальчик или девочка? Тоже очевидно, это девочка. Хорошо, окей. Вот это мальчик или девочка? Мальчик, тоже очевидно, да? Ну, то есть это всем очевидно. А теперь вопрос, это кто, мальчик или девочка? Посмотрите, с одной стороны, я даже не знаю, глаза похожи на девчачьи, потому что здесь есть вот такие вот стрелки. Ну, знаете, да, девочки красят стрелки, чтобы быть красивыми, чтобы нравиться мальчикам. А вот эта печенюшка вроде к телу мальчика, да, или нет, я не понимаю. И вот этот вопрос меня мучает. Причем, если само слово «печенюшка» разбирать, то слово «печенюшка» женского рода. Ну, щечки еще такие, может быть, это девочка или все-таки это мальчик? Короче, напишите в комментариях обязательно, интересно будет почитать, кто из вас что напишет, и мы таким образом определим, кто же все-таки этот печенюшка. Печенюшка мальчик или печенюшка девочка? Ладно, хорошо, так, все, я задал вам этот вопрос, жду вашего ответа, а мы с вами продолжаем собирать предметы. А если не ошибаюсь, то там осталась, по-моему, последняя локация. Разве... А, да, все, вспомнил. Переходим к Рите. Кто играет в Тока-Бока первый раз и не знает Риту, не переживайте, я вас сейчас с ней познакомлю. Значит, смотрите, вот у нас появляется Рита, вот она сидит, смотрите, вот она, это Рита, знакомьтесь. А это я не помню, как зовут, я реально не помню. Реально, может быть, кто-то напишет, потому что я почему-то забыл. Так, смотрите, мы, когда первый раз заходим на эту локацию, мы не можем сюда выкладывать персонажей.
Что нам нужно сделать? Нам нужно просто выйти с этой локации в главное меню, так сказать, и по новой зайти. И у нас откроется возможность выкладывать персонажей на локацию. Поэтому, если у вас вот этой кнопочки нет, вот этой снизу, которая, не переживайте, сделайте просто как я, и у вас все получится. Выставляем нашего персонажика. И показываю, какие предметы здесь нужно взять. Во-первых, конечно же, нужно взять вот такую вот. Вот носиком-носиком показываю. Давайте без коробочек, чтобы вы поняли. Вот здесь в ванной лежит вот такая вот щетка. Вы ее берете, вот. И кидаете в коробку. Все, коробки в руки. И теперь, по-моему, здесь еще один предмет был. Да, все, вот, смотрите, покажу. Просто знаете, когда собираешь все предметы, на видео записываешь, очень страшно что-то пропустить, что-то забыть, и, блин, голова кругом идет. Но, смотрите, значит, здесь реально вы можете пропустить этот предмет, если вы будете невнимательны. А вам нужно взять, носиком-носиком показываю, среди всего вот этого вот, так сказать, натюрморта, вам нужно взять вот такое вот яблоко. Вот, я его отсюда вытащил, но ни в коем случае не давайте его персонажу. Почему? Потому что вы случайно можете его съесть. Вам нужно яблоко именно с этой локации. Это очень важно. Просто сразу кладите в коробку. Не давайте в руку персонажу. А вот уже потом вы можете своему персонажу передать эти коробки в руки. То есть так будет правильней. Потому что, знаете, если вы долго собирали эти предметы, и вот так, вы так глупо съедите это яблоко, то, конечно же, блин, у вас все не получится, и это будет очень обидно. Все, два предмета на этой локации мы взяли, и теперь мы просто-напросто выходим в главное меню, и все. Мы собрали все предметы, теперь мы будем их сейчас активировать. Как происходит активация? В общем-то, показываю, смотрим внимательно. Мы с вами отправляемся в самое волшебное место в Токабока. Это, конечно же, катасвалка, потому что именно на катасвалке крафтятся крампеты и происходят максимально странные вещи. И смотрите. Так, Нари, давай-ка ты нам сегодня объяснишь. И я тоже объясню. Значит, здесь есть несколько мусорок. Вот эта вот первая мусорка, она обычная. И есть специальная волшебная мусорка, которая находится вот здесь. А почему она волшебная? Давай, Нари, вставай, а я сейчас ребятам объясню. А все потому, что здесь вот, вот носиком-носиком показываю, есть вот такая вот ящерка, которая обозначает, что эта мусорка необычная. Ну, я думаю, кто смотрит меня давно, да, в принципе, это все знают, что эта мусорка волшебная. Но для тех, кто не знает, я вот только что объяснил. Смотрите, мы выкладываем нашего персонажика. Сейчас будет очень важный момент. Смотрим очень внимательно. Глазки свои открываем, не спим. Не спим ни в коем случае. Потому что сейчас будет очень важный момент. Смотрите, так, персонажик пускай встает тут. Нам нужно все эти предметы разложить на пол, для того, чтобы мы могли среди этих предметов нормально ориентироваться. Сейчас мы все предметы разложим. Так, аккуратно. Щетка, конечно же. Кетчук. Кстати, вы кушаете кетчук? Я, честно говоря, нет. Так, все, разложили. Теперь давайте коробочки уберем в сторону, потому что они нам больше не понадобятся. И теперь мы должны посчитать все эти предметы для того, чтобы убедиться в том, что мы ничего не забыли. Всего должно быть 9 предметов. Так, смотрим. Раз, розочка, раз. Расческа 2, нитки 3. Как это? Щетка 4, яблоко 5, помидор 6, 7 это краска, 8 кетчуп и 9 это кубик. Все нормально. Смотрите. Так, как я уже сказал, в каком порядке вы будете собирать все эти предметы, не имеет никакого значения. Хоть как. Но в каком порядке вы будете закидывать их в эту мусорку, это очень важно. Это прям архиважно. Это прям вообще как важно. Значит, смотрим сюда внимательно и запоминаем комбинацию. Сначала у нас идет все съедобное. Первым идет помидор. Не яблоко, не перепутайте, они похожи, а помидор. Раз. Дальше яблоко. Два. Кстати, вы заметили, чуть-чуть подвисла мусорка. Это как раз-таки говорит о том, что комбинация начала применяться. Потому что вы первым делом выкинули туда помидор. Дальше мы закидываем туда кетчуп. Хоп, три. Потом мы кидаем туда щетку. Четыре. 5 это нитки, 6 это краска, 7 это кубик, потом идет 8 это расческа и 9 это вот такая вот розочка. Розочку кидаем самую последнюю и смотрите, что сейчас произойдет. Смотрите на мусорку внимательно. Хоп! Вот, заметили, она стала чуть-чуть светлая. Если она стала чуть-чуть светлая, это значит, что комбинация активировалась и все нормально. А теперь выходим с этой локации и нам нужно
будет сейчас активировать специальный код. Мы выходим в самое главное меню, абсолютно, вот прям самое-самое-самое. Здесь у нас будет мир Тока-Бока, вот он, земной шарик. И здесь вот справа у нас есть шестеренка и есть режим разработчика. Мы заходим в режим разработчика и вводим специальный код. 1515. Все, отлично, активация прошла, и наши локации теперь разблокированы. Давайте на это посмотрим. Ну, наконец-таки игра загружается, и опа, у нас все локации здесь есть. Посмотрите, друзья, абсолютно все, в том числе даже вот такая вот новая локация есть. Они все полностью открыты, вы можете зайти на любую. Вся мебель, все персонажи, все локации, все будет открыто. Вы можете играть, вы можете проверять их, и видите, единственное, что загрузочка у вас будет очень долгая, но это ничего страшного. Посмотрите, посмотрите на это сокровище. Все просто супер классно. Пробуйте, делайте, ставьте лайк обязательно на этот ролик и не забудьте подписаться на канал. На этом все.